В украинских портах заблокировано до 25 миллионов тонн зерна. Соглашение об экспорте зерна, подписанное в Стамбуле, должно заработать уже на этой неделе. Об этом сообщил сегодня во время брифинга министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, контролировать и обеспечивать транспортировку зерна будет совместный координационный центр. Вывозить агропродукцию планируют из трех портов – Одессы, Черноморска и Южного. Стороны договорились, что суда будут следовать по безопасным коридорам в обход заминированных участков. Развивается глобальная инфляция сейчас. Она во всех развитых странах. Мы видим, что происходит уже в Африке, на других континентах без нашего зерна. Мы слышим какие-то реплики, что это всего 1% и так далее. Не 1%. Если брать общее количество, это и кормовые, но и опять-таки культура. Есть традиционные рынки, страдающие от голода уже сейчас.